Всем привет, ребята! И вы на канале «Игры с куклами». Сегодня я буду распаковывать вот такой вот конструктор Майнкрафт. И в этом мне поможет папа. Всем привет! Давай распаковывать. Так, смотрим, что здесь. Здесь вот такая вот инструкция. Вот, и здесь вот такой вот интересный картинка. И вот сами эти все детальки. Давай начнем, папа. Давай. Итак, сколько много их? Ладно, начнем. Смотрим инструкцию. Пап, можно я тебе помогу? Да, конечно. Так, что здесь надо? Я буду собирать, наверное, крипера. Вот. Так, ставим. Сейчас. Так вот он собирается. Раз. И голова крипера. Еще надо мне руки. Как? Вот так. И руки тоже. Вот. А как здесь? Давай, я тебе помогу. Давай. А я буду смотреть дальше, что там надо делать. А ну. Угу. Я, наверное, скамеечку буду. Да. Давай, собирай скамеечку, я соберу. Вот так. Раз. У вас как здесь? Вот так вот, вот первое и вторую собираем. Где тут? А где тут еще одна деталька? А вот у меня. Ой. Сейчас мы соберем. Вот. Раз. Два. Вот. Какая скамеечка. И здесь крипер будет сидеть. Давай поставим это все в коробочку. Вот. Ой. А это лук у крипера. Может быть, он может его взять. Как здесь правильно? Ё. Ага, я поняла. Сейчас попробуем одеть. Вот. Что-то получилось, неизвестно, что это такое. Это, по идее, должно быть... А, здесь, наверное, ставится вот этот лук крипера. Скорее всего, вот так. А я до сих пор не понимаю, как же этот лук и надеть. Непонятно, что там. Понятно, непонятно. Ой, подожди. А что же это такое? Не понимаю. Лишняя деталька.
еще одна рука оказалась. Дополнительно еще одна рука. Конструктор. Вот такой у нас получился. Крипер. Здесь еще есть с ним. Вот так вот давай ставим. Скамей. Его можно вот так вот, чтобы он сел. И вот давай, вот такая вот еще штука. Давайте попробуем еще. Может поставить лук на эту штуку. Андрей, сиди. Сейчас попробуем лук поставить. Так, вот у нас вот еще одно такого лего-конструктора есть. Это площадочка будет у нас вот так. Это тоже непонятно. Так что-то его ставят. Ну ладно. Ух ты, как красиво. Вот так. Здесь еще дополнительные. Прикольно. Очень классный конструктор. Мне очень понравилось его собирать. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Пока-пока. Пока-пока.